Ну, а причем в видеоролике я бы хотел разыграть вот этого подвойственной стоимостью 1500 рублей. Нет, стоимостью 2000 рублей. Условия максимально просты. Подписка на канал, лайк, комментарий и досмотреть этот видеоролик до конца. Итоги в следующем видеоролике. Но также я хочу подвести итоги вот на этот Диго. Победитель у вас на экране. У тебя есть 24 часа, чтобы отписать мне и забрать свой приз. Всем приятного просмотрика. Здорово, чувачки, с вами Заспа. Сегодня мы залетаем на сайтик под названием Hellstore. Вы спросите меня, почему я выбрал именно Hellstore, а я вам отвечу, потому что, чуваки, это прям ностальгия этих рулеток CSGO. Hellstore я выберу именно потому, что максимально честная игра, максимально прозрачный сайт, прям, ну не знаю. Супер, короче. Пополнил я $478 с моим личным промокодиком, который даст вам 5% пополнения баланса. Заспа. Заспа. Нажимаем применить. И 5% просто к депозиту. На сайте есть различные способы пополнения балика, а именно можно киви, криптовалютой, можно картами, виза, мир, а также можно пополнить скинами. Допустим, завалялся какой-то ширпотреб в инвентаре, ввел мой промокодик Заспа, пополнился. Также, чуваки, если у вас не особо прям много финансов, вы можете легко стартануть на этом сайте, а именно просто перейти по ссылочке в первом закрепленном комментарии, зарегистрироваться через Steam, и вам начислится 2 халявных доллара. Просто абсолютно на халяву. Также чувачки из Hellstore сделали для меня личный промокодик, который даст 20 людям по 50 центов на халяву. Просто ввести вам нужно будет его. А именно это промокодик QJLHS48. Нажимаем применить, и вам на халяву начислится полдоллара, пацаны. Просто на халяву. С этих полдоллара реально раскрутиться и поднять бабок. Ну что ж, чувачки, тут немножко без записи поиграл. У меня $327 еще есть. Давайте будем ставить, залетать. Короче, чтобы начать ставку, нажимаем ставочка, магазин, и выбираем любой скин, который вам нужен. Я беру постоянно по $10. У меня такая тактика брать их реально по чирочке и с них уже что-то поднимать. $100. Ну давайте чисто конечный билет $10 поставим. Думаю, ничего страшного, если вдруг на 8% заберем, будет прям приятно. Ладно. Блин, мне нравится классический режим, чем что он максимально честен. Здесь хэш игры показывается, и в конце просто с победительными билетами можно сравнить. Давай. Нет, к сожалению, это не мы. А выиграл, получается, самый большой, нет? А, нет, кстати, не самый большой процент выиграл, но такое тоже случается здесь. Но в основном, парни, чем больше ставишь, тем больше у тебя билетов, тем выше шанс на победу. Ладно. Так, давайте еще поделаем ставочки. Пока что здесь прям реально топеры, если это хайтир игроки. Нам надо бы поаккуратнее как-то играть, чтобы не слиться. Так, погнали, залетим. $20 в конец поставим. Я постоянно ставлю в конец, потому что есть такое поверье, что, конечно, билеты более выигрывают. У нас 24%, $20 мы поставили, $86 банк. Блин, хочется скушать его, хочется скушать. Кстати, стой. Отлично, чувачки. 86 бачей. 86 бачей. Отличненько. Ну вот, смотрите, видите, по сути, чем больше ставишь, тем выше шанс на победу, но иногда случаются такие вот случаи, то, что забирают и лоу проценты, типа, можно залететь даже с долларом и забрать весь банк. Давайте в конец поставим что-то. Вот так вот. $15-18 поставим в конец. 24%. 20% у нас на победу. $95 общий банк. Блин, может быть, 2 раза подряд заберем, но мне кажется, вряд ли. Слишком маленький процент. Стой. Ладно, окей. Видите, тут типа могут выигрывать реально прям лоу проценты. Сейчас я вам покажу. Так. Сегодня вот чувачок с 0.33% выиграл $361. Вы представьте себе, парни. Просто $361 с 0.33. Офигеть. Ладно. Классик мы затестили, одну ставочку забрали. Отлично, погнали, коинфлипыч. Коинфлип, парни, режим это 50 на 50, просто абсолютный рандом. Выбираешь монеточку, какую хочешь. И давайте, допустим, поставим, ну, за террористов. Мне нравится эта сторона, она такая красивая, желтенькая монеточка. $10, допустим, и будем ждать своего участника. И сами залетим, кому-то поиграем. Давайте залетаем. У нас сторона террористов 52%, кстати, на 2% больше. Но, я думаю, это не особо роляет, тут у всех шансы равны. Окей. Пожалуйста, монеточка террористов, прошу. И походу... контртеррорист. Да, видите, мы проиграли, имея высокий шанс. Так, а тут? А тут? Отлично, а тут мы выиграли. Хорошо. Кстати, есть такое поверье, чем больше скинов у тебя ставишь, тем выше шанс на победу. Давайте попробуем этот миф. Вот так вот поставим $19. И сами залетим. Куда-то тоже бы надо подлететь нам. Вот, $11 вообще хорошо. 14 нельзя, да. Подобрать. Вот так, вступить. Все. Мы выбрали монетку террористов, у нас на 5% меньше, блин, это, кстати, ощутимый процент у него. И у него 3 пушки стоит, у меня 2. Сейчас посмотрим. А к нам залетели? Пожалуйста, монетка террористов. Найс, хорошо. И сразу заходим сюда. Чувачок поставил набор оверпасса 2018 года. Пожалуйста, снова террористы. Нет, ты контртеррорист. Ладно, ничего страшного, одну забрали, одну проиграли. Не суть важно. Окей. Далее, чуваки, у нас идет
апгрейдик. Апгрейдик, мне подписчик рассказывал то, что с $10 за час сделал нож Боуи за там что-то $450. Просто, чуваки, вдумайтесь. С 10 450 45x. Офигеть. Ладно, давай сейчас тоже попробуем что-то замутить. Думаю, можно на 5x попробовать эту штучку. Glock Neo Noir 18%. Поехали. $2 мы поставили. Зайдет? Зашло с первого, чуваки! 18%. Я просто по рофу поставил, не поверил. Кстати, чуваки, тут можно еще шанс добавлять баланса. Давайте добавим немножко баликом. Сколько? Давайте до 30% добавим балансом. Все. И можем залутать скин стоимостью $20. Поехали. 30% у нас на это есть, пожалуйста. Две подряд надо забирать. Две подряд, чуваки! Апгрейды, апгрейды просто дают сегодня. Отлично. Отлично. 20 бачей на халяву. Щищ. Окей. 7 бачей. Давайте на 1.5x. Это мы 5x с вами ловили, чувачки. Офигеть. Давайте GOG реактор 59%. Поехали. Должен заходить. Должен. Отлично. 3 из 3 апгрейда мы забираем. Парни, апгрейды, походу, забагованы. Снова $7. И снова давайте. Калаш. Blue Cominat. Ой, блин. Калаш. Blue Cominat. 60%. Пожалуйста, заходить надо. Отлично, чуваки, 4 из 4 апгрейда. Что? Блин, апгрейды мне максимально нравятся. Здесь поехали колесо посмотрим, что за колесо. Возьмем скины, наверное, по $5. Так, синяя была 2 раза. Давайте желтенько топим $5. Так, в случае победы 25 получаем. За последние 100 игр даже ни одного ножа не было из 50, офигеть. Так что вполне вероятно... Что ж... Сюда, парни. Сюда. Блин, чувачка есть что? Вот эта штучка может упасть, ну вот может. Давайте 2х все-таки, я думаю, сейчас синяя будет. Арсенал поставим. И возьмем... Успеем магазинчик за доллар, что-то за доллар. Вот так вот поставить. Успел? Да. 0.50. В случае победы мы там получим $25, получается. Так, нам нужна либо синяя, либо зеленая. Либо синенькая, либо зелененькая. Ну да. Ух, x2 победа. Хорошо, мы забираем. Блин, парни, офигенно. Офигенно вообще. Так, сейчас я думаю... Может и красненько упасть, но я думаю все-таки желтенько. Давайте $5 сюда. И вот сюда нам надо магазин. Быстрее, грузи, быстрее. Блин, походу не успели. Так же, 0.50. Хотя бы так успевать надо. Блин, желтенько, если падает 15 бачей в кармашек, это было бы реально великолепно. Или зелененькое даже бы. Но это опять синее, блин. Ладно, ничего страшного, чуваки. Сейчас снова желтое. Ставим $5. И на зелененькое будем. Магазин по цене. Давайте что-то за доллар. Вот так вот капсулку поставим. Все. В случае победы будет $50. Но я не знаю, реально ли вообще, что зелененькое залетит. За последние 100 игр не было ни одного зеленого. Максимально сложно его поймать. Ладно. Давай зелененькое, пожалуйста. Зелененькое. Нет, зелененькое прокатывается. Желтенькое опять, парни. 15x. О, $15. Отлично. Все, колесо тоже офигенно себя показало. Теперь, парни, новый режим, который добавили на Хеллстор, а именно это режим краш. Также, чувачки, что немаловажно, на Хеллсторе есть система честная игра. Хэш игры можно сравнить с конечными билетами, просто как проверить. Даже для вас инструкция, как проверять. Блин, парни, вообще максимально прозрачный сайт и честный. Это реально круто, то, что никаким ютуберам никому не подкручивают. Здесь все, реальные шансы для каждого пользователя все равны. Это офигенно, реально. Я за это топлю. Ладно, ставка. Давайте поставим $5. И, наверное, пока поддержим. Последний икс был 5. Так. Наверное, до 1.50, да, и забираю. Ладно, забрать. Все, я забрал. Блин, отлично. Ну, рано, наверное, вышел, да? 1.73. Ну, хорошо, блин. Ну, 2.70. Блин, смотрите, какие коэффициенты. А, нет, вот один тоже были. Ну, это давно. Ставка, давайте тоже $5 поставим и поддержим. Так. Наверное, до 2 максимум подержу и буду забирать. Вот всегда страшно такие играть. Краши. Прям такие нервишки шалят. Ну, прикольные эмоции, реально офигенные. Еще их забрать можно приз. Давайте до двух. Оп, все, забираем. $10. А он дальше бежит. Ну да, дальше бежит. Кто-то держит фоба за $10. Офигеть, до скольки будет держать, интересно. Давайте посмотрим. Просто с $10 он сейчас уже 50 имеет. Все, 50 имеет, офигенно. Кто-то еще держит, чуваки. А, ну тут маленькие скины держит, да. Чтобы особо не рисковать, но... Прям коэффициенты улетают в небеса. Вы посмотрите на это. Офигеть. Летит. Жестко. Уже 20x. Да, до 20x не дошло. Ладно, предлагаю еще поставить какой-то дешевенький скин и подождать немножко подольше. А мы, наверное, не успеем, да, это сделать? Давайте, допустим, вот так вот доллар поставить. Все, $40, будем просто до талла водить.
Ну ладно, случается, фигня, случается. Хорошо, что доллар, у меня чуйка была, что прямо сейчас сольет. Ладно, давайте 5 бачей. Блин, прикольно, краш, вот реально мой самый любимый режим. Прям обожаю его, поехали. Крашик. 1.56 я забираю. Забрать, 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 забрать. Отлично, 3 доллара в плюсе, отлично, нет, реально. Ну, конечно, можно было дальше держать, но все равно не. Чувак 13 долларов держит, посмотрите, 13 бачей держит. Ой-ой-ой-ой, опасно, забирай. Забрал 56, офигеть. Просто в секунду кто-то проиграл, у нее все забрали, все выиграли. Отлично. Хорошо, давайте дальше. Давайте наклеечку и подольше попробуем подержать с вами ее, ничего страшного, если проиграем. До 3х, давайте до 3х. Часто здесь 3х падает, да, 2.53, вот обидно. До 3х, пожалуйста, 3х, пожалуйста, 3х, пожалуйста, пожалуйста, давай. Давай, давай, расти, расти, расти. Расти, 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 расти. Беги, беги, вверх, 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 вверх. Нет! Оборвалось, оборвалось, парни. Ну, ничего страшного, бывает такое. Давайте ставочку еще раз. 8 долларов поставим. И, наверное, до 2х и будем забирать. Пожалуйста, только дай 2х хотя бы. Кто-то уже забирает. Ну да, тут опасненько, опасненько, опасненько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не успел. Блин, вот сейчас уже немножечко нас подслило. Ничего страшного. Наклеечка за 8 долларов. Поехали. Блин, надо какую-то вкусность, парни. Давай. До 2х. Угу. Походу, коэффициенты маленькие пошли. Волна маленьких коэффициентов. Давайте 10х. Вот бывает, да, такое надо аккуратненько понимать. 130 долларов, чего поставил. Офигеть, ножик. Сатрековский гатнайф. Ночь. Ну ладно. Сейчас, когда он заберет, давайте мы заберем. А, 1.5. Блин. Пошло подбрить ее. Небольшой. Ну, сейчас должен быть большой коэффициент, я чувствую. Давайте 10 долларов. Сейчас должен быть большой коэффициент. Три раза такие маленькие кайфы были. Надо еще до 2 держать точно. 100% до 2 держим. Угу. А почему так стало? Красная полоса пошла. Сейчас должна по-любому пойти жесткая полоса иксов. Это всегда так работает. Надо было, конечно, было переждать, но я почему-то не стал ждать. А начал ставить, ставить, ставить. Но ничего страшного. Сейчас с вами поднимем. Давайте до 2.50, наверное, и забираю. До 3. До 3, до 3 держим. Все, забрать, 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 забрать. Отлично, 37 долларов, отлично. Блин, можно было и дальше держать. Мне кажется, сейчас коэффициент прям улетит. Потому что... Ну, хотя нет, все. Также, чуваки, на сайтике проходят розыгрыши. Розыгрыш часа, допустим, вот этот MP9 Гидра стоимостью 8 долларов. Парни, мы уже участник, просто тут надо было поиграть. Далее, розыгрыш дня. Это ножик разыгрывается за 121 доллар, парни. Офигеть. И розыгрыш недели мы тоже участник. Это перчаточки за 200 долларов. Просто залетайте, нужно просто поиграть. Также у Хустора проходит розыгрыш на очень-очень много скинов, парни. Главный приз это поврез закалка, флип найф стоимостью 260 долларов. Далее перчатки за 230, потом ножи, парни. Ну, короче, очень много шансов выиграть, очень много призов. Залетайте обязательно. Также у Хустора есть приз дня. Нужно всего лишь свой ник добавить, приписочку hustor.org, пополнить баланс на 5 долларов. И минимальные требования к аккаунту Steam. И вы сможете получить любые награды вот из ниже представленных. Допустим, даже можете получить красный скин до 50 долларов. Просто на халяву за то, что вы ставили ник и пополнили на 5 долларов. Это просто великолепно, чувачки. Ну что ж, пойдемте с вами забирать. Так, посмотрим, сколько у нас вывод, вывод, вывод. Давайте выбрать все. Продаем. И у нас 362 доллара, 364 доллара. А пополнили мы 327. Получается, парни, мы на 40 долларов в плюсе примерно за минут 5. Ну ладно, там 7. Давайте будем выбирать, что ставим на вывод с вами. Давайте, короче, я для инвестиций заберу вот такую наклеечку iBuy Power DreamHack 2014 года, парни. Офигеть, редкая наклейка. Итого он еще остается 200 долларов. Давайте посмотрим что-то от 200 долларов еще. И нож за 200 долларов. Все, сегодня мы с вами забрали наклеечку iBuy Power 2014 года и тычковые ножи. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на сайт и мой личный промокодик. И промокодик на халявный 50 центов вы найдете в первом закрепленном комментарии. Переходите, обязательно играйте. Максимально честный сайт с честной игрой, максимально прозрачный. Всем спасибо, всем пока.